Доброе утро! Меня зовут Настя, и сегодня я постараюсь вам показать один день из моей учебной бытовой жизни в Академии хореографии, так как я уже 6-й год живу здесь в интернате, учусь, кстати, на 1-м курсе. Собственно, сейчас 7 утра, я еле говорю и выгляжу, мягко говоря, не очень, я только проснулась, поэтому пойдем поскорее собираться и приводить себя в порядок. Я уже собралась, и сейчас время для завтрака. Я обожаю это время дня, потому что я могу почитать, настроиться на день, проверить соцсети. Это такое свободное время, которое я могу провести сама с собой. Я стараюсь питаться правильно, и вот на завтрак у меня будет, например, творог, ягоды и кофе. Грим. Как вам самим? Нормально. Да. Учебный день подошел к концу. У меня есть время, я выхожу в магазин и отдыхаю. По вечерам в интернате мы отдыхаем, планируем следующий день, делаем домашние задания. Смотрим фильмы и сериалы с девочками. Читаем книги. Если остаются силы, можем порастягиваться и потренироваться. Но лично самое главное для меня — это музыка. Я не представляю себя без музыки, поэтому все время провожу в наушниках. И зачастую это не классическая музыка. Перед тем, как заканчивать это видео, я бы хотела подвести небольшой итог. Я учусь на 1-м курсе в Академии хореографии, у нас очень насыщенные учебные будни. Сегодня, например, было 10 уроков, и большую часть времени мы проводили в балетных залах.
поэтому не все получалось снимать, но я очень постаралась показать вам маленькую частичку нашей балетной интернатской жизни, немножко приоткрыть занавес, как у нас вообще все происходит. Надеюсь, что вам было интересно. Я была рада провести этот день вместе с вами. А сейчас я пойду уже умываться, готовиться ко сну и пожелаю вам спокойной ночи. Дорогие друзья, спасибо, что провели со мной этот день. Надеюсь, вам понравилось. До новых встреч!